Сегодня мы действительно с вами поговорим про великий и ужасный дар. Тут не прикручена никакая музыка, потому что я уже однажды обжегся, поставив лицензированную музыку в ролик, и потом этот ролик был забанен. Я подумал, что лучше мы в тишине это послушаем, чем потом кто-то получит страйк. Так вот, давайте немножко о себе. Это я. Когда-то было очень холодно, и у меня была большая борода. А когда-то была никакая борода. В разработке я уже лет сколько? Ну, наверное, 12, что-то типа того. И не понимаю до сих пор, что это делаю. Начинал я с ассемблера, C++, потом решил, что это какой-то отстой, перешел в .NET. Там я немножко позанимался SharePoint'ом, понял, что да, пожалуй, это какой-то отстой, и перескочил на CoffeeScript. Из CoffeeScript'а я решил, что это какой-то отстой, перескочил в JavaScript. А потом, как вы понимаете, я начал заниматься Dart'ом. Сейчас... Да, ну... Пока еще неизвестно. Вообще все хорошо. Сегодня с вами посмотрим. Я люблю выступать, много где выступал, не всегда успешно, но посмотрим. Работаю я в компании Райк. Находимся мы буквально тут не очень далеко. Что такое Райк? Это Project Management Solution. Мы делаем что-то как Jira, только лучше. Да, только, да, потому что на Дарте написано. У нас есть всякие разные прикольные штучки, таски, двигать, ганчарты и всякое такое. Можете попробовать с нами воспользоваться. В России почему-то не очень многие юзают, но тем не менее. И с помощью... Ну, у нас используют Adobe, PayPal, Echo, Google даже. Я просто не успел подкрутить логотипы. И мы уже 4 года пишем только на Dart'е, на фронтенде. На бэкенде не так много на Dart'е. Там в основном Java. И сейчас экспериментируем с мобильными. Это конкретно Flutter. Но про это мы поговорим попозже. Ну и у нас уже 70 плюс Dart девелоперов, и мы все растем и растем. Хантить со сцены запрещено, поэтому я не буду ничего вам говорить про наш новый суперкрутой офис. Ну вообще ничего об этом не услышите. Но контакты в конце будут. Так вот, и мы уже написали достаточно много Dart кода, почти 1 300 000. И давайте, и с помощью, собственно, Dart'а мы из какого-то маленького небольшого стартапа мы переросли в огромный город на Татуине. Нет, стойте, в хорошую, нормальную компанию. Давайте, кто вообще хоть что-нибудь слышал про Dart? А что нехорошее, слышали про Dart? Вот один, раз, два, три. Ну, да, это не очень считается. Вообще Dart'у уже достаточно много лет, почти 7 лет. В 2011 году он был объявлен, и в 2013 году его зарелизили в версию 1.0. И тогда, собственно, Dart в галактике давным-давно, он был на хайпе. Все СМИ, все медиа говорили, что вот он, убийца JavaScript'а, он призван уничтожить JavaScript, должен быть самым лучшим языком разработки вообще в мире. Вот. И он задумался как, собственно, захватчик галактики, как уничтожитель этого JavaScript'а еще раз. Но он с переменным успехом стал с 2013 года запустился. И, как мы видим, он иногда был на коне, иногда нет. Но если мы сравним это с TypeScript'ом, а если мы их обоих сравним с JavaScript'ом, то мы увидим, что вот тут Dart превращается просто в плоскую линию. И сейчас уже, наверное, никто не думает про Dart как убийца JavaScript'а, захватчик галактики или что-то подобное. Все думают, что он маленький бесполезный робот. Вот. Почему так произошло? На самом деле вопрос не самый простой, но в целом версия такая. Когда он вышел только в 2013 году, большая была... За этим скрывалась помпа. То есть все СМИ, все медиа писали, что Google анонсирует новый язык, это же такое большое событие. И при этом язык был вообще-то не очень, мягко скажем. Потому что не было особо инструментов для того, чтобы на нем писать. Не было IDE нормальный.
Ну, там был дартпад такой, так себе, если честно. Сборка тоже была не очень. В целом, помпа была большая, а результат маленький. Люди пришли, попробовали, поняли, что, ну, что-то это какой-то пшик. Написали пару гневных твитов. Было очень много статей, что скрывается за языком дарт. И там в основном все из одного слова состояло — ничего. Ну и люди попробовали, поняли, что не стоит того, язык мертворожден, и перестали им пользоваться. Однако Google не сидел без дела. Они поняли свою ошибку, поняли, что язык-то хороший, но при этом нужно его дотюнить. И его тюнили. Собственно, не так давно, буквально меньше года назад, вышла вторая версия языка Dart. И помимо этого вышел Flutter. Кто слышал что-нибудь про Flutter? Сегодня мы его тоже немножко потрогаем. Значит, как вы думаете, какие самые главные вещи в языке? Вот почему там TypeScript, Kotlin или еще что-нибудь популярен, а что-то другое не популярен? Что нужно в языке? Есть в зале кто-нибудь, кто любит клажуру, Haskell или еще что-нибудь такое? Вот, нужна статическая типизация? Нет? Нет. Хорошо, может быть еще что-то? Экосистема. Управление памятью автоматическое. Комьюнити? Комьюнити. Да, это все так, но я немножко суммаризирую. Самое главное — это тулинг и фичес, что есть в языке. Комьюнити, действительно. И ниша. Ниша — это то, для чего этот язык подходит. Потому что JavaScript имел свою нишу. Всякие языки более, менее популярные, но более подходящие для своего, например, Elm, он подходит для своих вещей, он популярен в своем. ClojureScript тоже популярен в своих каких-то нишах. И давайте поговорим про тулинг и фичи языка Dart. Что у него есть? У него есть статическая типизация, да, Type System. Он мультиплатформенный. У него есть богатый SDK и трешейкинг. Я можно не запоминать, я все это сейчас покажу и расскажу. Кто не знает, что такое трешейкинг? Ну, на русский это можно перевести как встряхивание деревьев или что-то типа того. В общем, когда у вас есть много кода, который вы написали, и этот код вам явно мешает, потому что вы его весь не используете, вам нужно от него избавиться в продакшене. Как это можно сделать? Есть две штуки. Есть трешейкинг, есть dead code elimination. Чем они отличаются? Вы, предположим, вы варите суп, и вы не любите лук. Вот dead code elimination, когда вы сварили суп с луком, потом просто ложкой вычерпываете этот лук, который вы не любите. А трешейкинг — это когда вы варите суп и не кладете туда лук. Как-то так. Ну вот трешейкинг в дарте один из самых мощных, которых только есть. По крайней мере, из языков, которые можно использовать в вебе, он точно самый мощный. Поэтому, например, нам с нашими там 1,3 миллиона кода это очень заходит, потому что иначе у нас на клиент бы приходило вот такое огромное количество кода, которое не всегда и не обязательно используется. Ну и пятая самая важная вещь в языке — это порги. Нет, сори, поргов не будет. Сейчас мы с вами будем лайфкодить. Но надо учесть, что это самая вершина айсберга, потому что язык Dart, он, конечно, гораздо больше, чем я могу вам показать за эти жалкие полчаса. Поэтому нужно учитывать, что если что-то вам кажется непонятным, неясным и вообще как-то стрёмно работает, это либо мои кривые руки, либо нужно еще просто немножко времени. А что мы сегодня увидим? Смотрите, мне дизайнер нарисовал вот такую картинку. Давайте предположим, что мы... Кто любит «Звездные войны»? Есть те, кто терпеть не может просто гадость полную. Да, это хорошо. Но я никогда не мог запомнить, какие там вообще есть фильмы, какие, кто там участвует, какие герои и так далее. Это очень сложно вообще-то. Я хотел сделать себе базу данных, чтобы можно было смотреть, какие, собственно, есть в «Звездных войнах» фильмы. Ну, Википедия явно не подходит, потому что мы же программисты, мы хотим сами все написать. Поэтому мне дизайнер нарисовал такую штуку. Клиент мобильный, клиент веб,
и хорошо бы еще бэкэнд. Вот сегодня мы с вами все это сделаем. Что мы с вами увидим? На сервере посмотрим folder structure, потоки, коллекции, сериализация, на вебе трешейкинг, тот самый, переиспользование моделей, и в мобильной штуке мы посмотрим Flutter. Давайте, так, все, есть. Теперь давайте, кто любит кодить в тишине? А кто себе музыку включает? Какую музыку вы обычно себе включаете? Heavy metal. Кто-нибудь любит какую-нибудь жесткую транстягу, чтобы прям дубасило? Да. Но сегодня мы с вами будем слушать что-то типа вот этого. Она абсолютно лицензирована, скачана с сайта freemusic.org, где там лицензия MIT, все хорошо. Да, все хорошо. Да. Смотрите, начнем с простого сервера. Кстати, мы так и не познакомились. Кто с бэкэндом? Кто бэкэнд-разработчик? Хорошо, кто фронтенд-разработчик? Кто мобильный разработчик? Ну, короче, у нас тут есть... Сегодня, после нашей сессии, вы можете в своем резюме написать, что я бэкэнд, мобильный и веб-разработчик. Потому что, ну... Начнем с простого сервера. Вот в каждом проекте на Dart есть два самых главных файла. Это pubspec.yaml. Сейчас давайте потише сделаем. Что-нибудь такое. pubspec.yaml. Это, по сути, то же самое, что и package.json или подобные файлы. Оно описывает, какой нам нужен environment. В данном случае SDK от 2 до 3. И наши зависимости. Все, больше ничего тут нет. И второй самый важный файл — это файл, в котором содержится функция main. Если кто пришел с веба, с JavaScript, вы можете понять какое-то блаженство. Тебе не нужно искать, где у тебя начинается вообще этот чертов проект. У тебя в любом проекте есть функция main. Неважно, это сервер, веб или мобильный, есть функция main. В данном случае у нас есть просто обычный сервер. Мы слушаем на 8000 порту. Ну и тут, в принципе, больше ничего интересного есть. Разве что вот оператор две точки, это, как ты сказал, чейнинг. Все правильно. Да, давайте, может быть, его запустим, попробуем, где он идет. Так, нам нужно перейти вот сюда. Он запускается радостно, слушает 8000 порт, и мы можем даже курмануть. Сейчас, спойлеры. Hello world, все работает. Поздравляю, вы теперь бэкэнд-девелоперы. Можете в своем резюме написать. Теперь нам нужно где-то взять модельку и, ну, данные, да? Давайте мы с вами сейчас перейдем в следующую главу. Вот сюда. Давайте мы с вами подключим, нужно нам Mongo, наверное, что-нибудь промежуточное кэширующее, можно еще Postgres, ну, чтобы там еще можно реплику там хранить. И, может быть, какой-нибудь memcache, что-нибудь такое. Ну, ладно, я вас парю, тут просто будет JSON с данными, и все. Че, дурак, что ли, подключать всю эту фигню? В общем, у меня тут есть вот такой вот файлик замечательный. Это наша база данных. Да, реплицирующиеся все дела. Она же в гите хранится, версионность есть. Теперь нам нужна модель. Давайте посмотрим, как, собственно, в Dart выглядят классы. Класс — это класс. Представляете, у нас есть поля, у нас есть стринги, инты и все прочее. Никакой дичи, как в какой-нибудь клажуре, хаски или еще где-нибудь, тут нет. Dart — самый обычный язык, C-like, в котором вообще ничего нет того, что вы не изучите за пару часов. Прямо сейчас. Есть даже конструкторы, представьте себе. Теперь нам нужно... Для того, чтобы эту модельку превращать из JSON в модельку, нам нужно написать что-нибудь типа вот того, да? Movie from JSON, ну и тут скучно и нудно, он даже тут говорит, что динамики нельзя к стрингам приводить. Это откуда взялось? В первом Dart он вообще, так как он задумался как убийца JavaScript, он был... Вроде как бы статически типизированный, но в реальности под капотом там все было на динамику. То есть это как в JavaScript такие замечательные сущности, которые можно ко всему присваивать и так далее. Поэтому на самом деле внутри он был не soundness.
sound язык. Кто не знает, что значит понятие soundness? Смотрите, это такая штука, которая на этапе статической компиляции гарантирует, что если у меня что-то объявлено как... что если у меня собака объявлена как собака, то на этапе рантайма она останется собакой и превратится резко в кошку. Например, во многих языках, тот же самый JavaScript, опять-таки, этого ничего нету, и вы можете в рантайме делать все, что угодно с вашими переменными. Можете собак к кошкам приравнивать, ну и так далее. Вот наш язык Dart. Soundness, я не знаю, как это озвучить, как это перевести на русский язык. Озвученный, какой-то еще. Но писать из JSON вот это вот все достаточно уныло, если честно. Поэтому мы воспользуемся с вами замечательной штукой. Это... сейчас мы получим зависимости наши все. Это магия сериализинга. В Дарте достаточно просто сериализовать туда-обратно модели, используя замечательные штуки как атрибуты. То есть через собаку указывается, что данный класс будет сериализован, у него есть некие кей. Ну, в данном случае мне нужно, так как у меня номер эпизодов в базе данных какой-то идиот записал в виде стринги, и мне его нужно преобразовывать в int. В данном случае мы указываем, что данный конкретный ключ будет из стринги парсится в int. Ну и так далее. Есть from.json и to.json. И сгенерирован такой страшный файлик .g, простите. Он выглядит так себе, если честно, но вам туда залезать вообще не нужно. Он генерируется автоматически. Все в Dart сделано, большинство вещей сделано через код-генерацию. То есть вы указываете, что я хочу ту или иную штуку, запускаете генератор, и он генерирует какие-то вспомогательные файлы. Вот. Все, мы вроде можем уже туда-сюда обратно через из JSON и в JSON собирать. Давайте перейдем в следующую штуку. Теперь у нас есть это самое. Давайте теперь добавим, собственно, эти муви в наш ответ от сервера. Тут ничего не поменялось, по сути. Мы просто слушаем только get. И мы хотим только с вот таким постфиксом, ну, чтобы нам добились куда только нельзя. И здесь мы наши фильмы сериализуем из JSON, из базы данных. И потом обратно сериализуем в JSON. Вы можете подумать, что я идиот, зачем туда-сюда обратно переводить. Но сейчас я вам покажу, что я не совсем идиот. И это очень необходимая штука. Сейчас теперь запущу сервер. Он даже должен работать, даже работает. И теперь курванем. Вы видите здесь цифры, я вижу девушку в красном платье. Но тут есть одна штука, которая меня очень смущает. Прямо вот я смотрю на это, и мне просто страшно становится. Вот здесь, где тут, мы видим седьмой эпизод. Кто любит седьмой эпизод? Вот, я об этом же. Мне тоже он вообще очень не нравится. Я не гик, вы не подумайте. У меня даже в футболке «Звездных войн» нету сейчас. И давайте мы с вами сделаем вот такую штуку. Нам нужно вот эти фильмы фильтрануть, да? Чтобы фильтрануть, мы воспользуемся такой штукой, как коллекции. Я вам говорил, что в Dart есть SDK. Конечно, тех, кто пришел из какого-нибудь JVM мира, .NET, как я когда-то, вас не удивит SDK, да? Казалось бы, что там коллекции. Но, например, в мире веба коллекции тебе нужно подключать библиотеку для всего. Underscore или там Lodash или еще что-нибудь. Конечно, в новых версиях ES Next там появилось что-то, но не совсем. Давайте сделаем такую штуку. Мы можем отфильтровать все фильмы, кроме седьмого. Сейчас мы подключим зависимости. Все, у нас теперь есть только хорошие фильмы при помощи такой штуки, как V. Конечно, в SDK есть полно еще всего. Add, Any, SMAP, Clear, Element Add, Expand, в общем, все перечислять не буду, дофига. В чем фишка? Вот смотрите, сейчас оно, я вам покажу, оно сейчас отвалится. Я вам вот точно говорю, что оно сейчас отвалится. А вы, кстати, прикиньте, не отвалится.
Да нет, оно должно отвалиться. Все, отвалилось. Почему? Кто-нибудь знает почему? Есть, что? Да. Они, все коллекции в Дарте, они ленивые. То есть, чтобы они у нас заработали, нам нужно либо, ну, если это какой-нибудь Angular Redusский, то он нам сам все сделает. Ну, и также некоторые фреймворки в Дарте используют. Ну, они явно это указывают. Но вообще нужно сделать турист. Сейчас должно все работать. Так. Так. И превращаются. Да. Хорошие фильмы у нас теперь есть. Все, с сервером все, мы закончили. Теперь вы можете в резюме написать, что вы senior backend developer. Я всегда так пишу. Ну уж, по крайней мере, full stack. Теперь нам нужно, наверное, сделать веб-морду. Правильно? Давайте попробуем сделать веб-морду. Теперь у нас есть... Теперь нам нужен Angular. Кто любит Angular? Другого выхода у вас нет, к сожалению. Пока в Dart'е можно использовать только Angular Dart. Есть попытки в React большие, но они еще не очень, потому что, ну, в принципе, React Dart сейчас уже 2 года почти, но он не очень прикольный, потому что Dart статически типизированный, в React очень много на вот этой вот JavaScript-овой лабуде, и тем не менее. Angular Dart имеет все, что вам нужно для того, чтобы писать веб. Он может быть не такой модный и кленовый, как React, например, но тем не менее. Если вы, например, пришли с бэкэнда, чего вам еще нужно? Давайте теперь я вам покажу... Во-первых, я сначала запущу. Пока он там будет шарашить, я... Так... Мы теперь делаем... Surf. Ну, пускай он идет, и я вам покажу, в чем заключается Dart в вебе. Вот у нас есть тот самый PubSpec YAML, где перечислены наши зависимости. Здесь Angular, Angular Components, Dev Dependencies, всякое такое. И тут у меня вот что совершенно необычно для людей из мира веба, тут тоже есть main.dart. Вы удивитесь, но тем не менее. Так, что там? В Dart'е, в новом, они прикрутили инкрементальный сборщик в мир веба. То есть первый запуск, конечно, вам придется подождать. 18 секунд. Ну, иногда бывает, что он... Да, все. Так. Пошу. А? Мы теперь фронтенд делаем. Но сейчас, понятно, ну, никого не удивишь Hello World'ом. Я надеюсь, что нет. А есть, кстати, кто вообще не из разработки? Все. А вот если бы кто-нибудь поднял руку, вы бы на него вот так смотрели, типа, ты чё? В мире веба есть одна, ну, не одна, конечно, проблема, но есть очень большая проблема. Смотрите, если у нас есть много кода, в мобильной разработке, в бэкэнд, да пофиг, что там у нас хоть 100 мегабайт, хоть гигабайт там GVM весит или типа того. Если у нас мобильное приложение, тоже, в принципе, наплевать, ну, будет там. Пользователи из Африки с медленным интернетом просто будут очень медленно грузить ваш. Ну, не надо качать головы, но не настолько это критично. Из-за пары килобайт пользователь не умрет. Наверное. Давайте представим, что у нас есть очень сложный компонент. Очень сложный, там много чего страшного написано. Вот у нас Heavy. Нет, не хочу. Ну, как мы все видим, что он большой и тяжелый. Да, давайте его добавим сюда. Так, я, видимо, не умею печатать. Query Component. Так. Component. Так, заимпортим и добавим его в HTML. Вот так вот. Есть. Теперь, по идее... Не-не, все там хорошо. Как мы видим, у нас очень большое и тяжелое приложение. Что с этим делать?
Ну, с этим уже ничего не сделать, конечно. Проблема веба в том, что у нас нету каких-то инструментов, которые позволяют вам эффективно выбрасывать ненужный код. Вот предположим, вы пришел ваш менеджер и говорит, что это за напротив. И такой, извини, сорян, я неправильно, я опечатался. И берете и его, например, вот так вот из кода убираете. Да? Ну, в Angular. Как вы думаете, что произойдет с вот этим огромным большим компонентом? Он просто будет не отображаться, но в JavaScript bundle он попадет, если мы говорим про JavaScript, там, Webpack, вот это все. Что произойдет в мире Дарта? Давайте я, знаете, как вам покажу, чтобы вам, ну, чтобы все честно было. Я сейчас его соберу, не засерблю, а соберу. Сейчас он будет собираться. Минификация у меня отключена, чтобы, ну, мы не пытались там найти c.5 или еще какую-нибудь жесть. Поэтому он сейчас будет шарашить какое-то время. Но я надеюсь, что не очень долго. Вот он говорит, что у меня Dart.js. Все, закомпличен. Давайте посмотрим на build main.dart.js. Попробуем тут поискать heavy. Ну, короче, сорян, в presentation mode тут не очень видно, но его здесь нет. Сейчас еще раз. Вот, нету. Что это значит? Это значит, что в мире Дарта, если вы что-то не используете, то его не будет в вашем коде вообще. При этом эта штука может выбрасывать вам не только компоненты или классы, ну, это работает, естественно, и на бэкэнде, и на фронтенде, и в мобилках, но еще и целые методы. Давайте представим, что у нас здесь, в нашем хэви-компоненте, что он все-таки используется. Да? Сейчас я добавлю обратно. Так. Что он у меня все-таки используется. И при этом я решил здесь написать какую-то функцию. Ну, вот такую. Войну и мир. Ну, просто мне захотелось в мой компонент засунуть войну и мир. Так вот, если я, например, здесь в разметке ее все-таки использую, да? Спам. И здесь эту функцию. Дай мне что-нибудь почитать. И сейчас мы ее соберем. Может, я пока музычку побольше сделаю? Нет? Мне всегда просто очень тягостно, когда я стою на сцене, и такая тишина, он собирает, скрежет, да. Ну нет, скрежет будет чуть дальше, когда я запущу мобильное приложение. Так, вот у нас есть наша собранная штука. Сейчас мы зайдем в main, да, и здесь попробуем поискать по... Что-то, какие у нас слова были? Moon Prince. Дебил все-таки толстой французский язык. Вот у нас здесь этот interpolated. Короче, все очень плохо. Потому что, ну, война, ну, теперь у нас война имеет приложение. Давайте мы теперь сделаем такую штуку. А что если оно у нас остается в классе? Метод в классе есть. Этот код есть. Он попадает в ресурсы. Но при этом мы, например, его отсюда убираем. Надо было заготовить где-то 8-секундные шутки, чтобы их рассказывать, пока тут тишина. Я не знаю 8-секундных шуток. Сорян. Сейчас он опять пойдет. Они знают, что ли, что задание на... Да-да-да, может, какие-то твиты смешные читать. Так, все равно. 7,5 секунд. Так, попробуем поискать. Почему там искали? А, ну, мама осталась. Все, нету. Давайте, знаете, давайте я уберу presentation mode, потому что он... Так, text span. Мы его так не найдем просто, потому что не найдем, потому что он превращается в 4. Давайте в heavy. Так, вот он. Да,
Короче, вот тут очень много, я не покажу. Ну, можно мне поверить на слово, что внутри вашего кода теперь войны и мира нет. Вернемся обратно. Проблема, например, в JS веб-паке в том, что вот такую штуку он не сумеет вам сделать. И из этого следует, что Dart очень эффективно отрешейкит все на свете, все, что вы не используете. Он может решейкить динамо, классы, методы, константы, переменные. В целом он может просто ваш код перетрясти прямо насквозь. Так, мы с вами были фронтенд-девелоперами, да? Но не senior фронтенд-девелоперами. Давайте все-таки мы теперь... Давайте мы все-таки сделаем тот самый UI, который я задумал. Сейчас я его перезапущу. Вот он. Я теперь сделал где все. Очередное время для очередной 8-секундной шутки. Давайте вы представите, что я вам ее рассказал, а вы можете посмеяться. Идея здесь в том, что сборщик инкрементальный. Просто я переключаю туда-сюда контекст, и кажется, сбрасывается. Ну, потому что в Git это все. Но в реальности... Вот он, давайте посмотрим. И... Так. Сейчас, подождите, я, видимо, не туда переключился. Да, все правильно. Сорян. Оп. Так. Сейчас расскажу. Значит, какой вопрос был? Сборки-пересборки. Dart инкрементально собирает, поэтому если эти ассеты лежат на диске, и мы, например, поменяли там одно слово, то он, конечно, собирает очень быстро. И мы себе даже сделали кэш-машину, которая все эти кэши доставляет. То есть мы собираем мастер, ну, каждый раз, когда в мастер что-то попадает, и потом на этапе на своей машине, я когда запускаю, например, на ветке что-то, кэш подцепляется из этой кэш-машины, доставляется ко мне, ну там, сколько по сети эти гигабайты могут передаваться. И после этого он собирает только вот эту разницу, которая между моим ключом и... Ну, здесь просто сейчас изменилось дофига всего и... И ничего не работает сейчас. Это так и надо, так это правильно. Знаете почему? Потому что вот у меня сервер, и он сейчас ругается, что нету данных. Сейчас мы запустим сервер, можно пока послушать. Так. Пожалуйста, теперь вы senior frontend developer. Мы теперь можем кликнуть сюда, посмотреть description, все круто. Так, кто мы еще остались? В продукт не полезем, пожалуй, будем теперь, наверное, мобильными разработчиками, правильно? Да. Но перед этим, я понимаю, что все кивают, потому что тут много мобильных разработчиков, им это вот это в Apple куда вообще не сдалось. Перед этим я хочу вам одну такую штуку сказать. У меня в мире веба сейчас одна очень неприятная вещь. У меня есть некий сервис фильмов, да, который мне просто, ну, запрашивает реквест, запрашивает JSON, его декодирует, но у меня везде вот этот вот кэшет, movie result, это мапки. По всему приложению у меня мапки. Backend US Serve, в смысле backend JavaScript World. Я не хочу такого, я хочу, чтобы у меня везде были модели типизированные, чтобы у меня везде были эти movies. И представьте себе, они у меня есть. Они у меня есть вот здесь, в сервере, если помните. Мы здесь сделали movie.dart, да, с этим всем. Но оно на сервере. Я могу, конечно, вот этот файл дартовый просто перенести в проект веба, но это будет не очень круто. Потому что дубликация, вот это все, кейс, драй и прочие страшные штуки. Давайте мы сделаем, знаете, какую штуку? Мы с вами можем этот пэкэдж перенести. То есть мы можем сделать вот так. И теперь у нас в проекте есть папка models. Здесь есть тот же самый pubspec.yaml,
все то же самое, есть эти модели, муви. Но обратите внимание, вот у нас есть сервер, PubSpec. И мы модели просто берем из пути, который у нас рядом есть. Если посмотреть в вебе, то у нас делается, собственно, то же самое. При этом, естественно, этот пэкэдж мог лежать где угодно, хоть в гите, хоть на сервере Гугла, ну, через репозиторий. Не репозиторий, а в Dart есть NPM. Кто знает, что такое NPM? Ну, вот, по сути, то же самое, только pub. Все, кто любит Dart, все любят пабы. Да. И мы наши модели переиспользуем и на сервере, и в нашем сервере. Вот у нас тут сервер, и вот у нас импорт, импорт models, ну и вот тут они есть. Все, хватит вебом, хватит вот этим всем, давайте перейдем, кстати, сколько времени у нас осталось? Еще 10 минут? 14 минут, хорошо, отлично. Давайте перейдем к великому и ужасному Flutter. Кто уже на Flutter что-то сумел? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, немало. Так, теперь мы подходим к этому. Сейчас будет страшная вещь, я буду запускать эмуляторы, и это будет долго, поэтому времени для шуток у нас будет полно. И, скорее всего, у меня ноутбук немножко это скажет, потому что вы сейчас увидите. Сначала мы получим зависимости. Все, зависимости получены. Теперь смотрите. Так, сейчас у нас будет. Не знаю, тоже. Что-то произошло, она быстро запустилась. Удивительно. Вот у нас есть наш замечательный. А, я знаю, потому что я Android Studio не запустил. А вот она, вот отожрила вот сейчас. Кого раздражает Android Studio? Вот реально я не могу. Как может. JetBrains хорошие ребята. Этот WebStorm отличная штука, идея отличная штука. Android Studio тоже самое должно быть, но нет. Оно почему-то работает вот так вот. Так, сейчас мы сделаем, я вам сделаю, чтобы вы видели все. Давай. Ну, кому он? Так. Есть, кстати, кто светлую тему использует? Блин, ты светлую систему используешь? Еретик. Это бешеный. Так, теперь у нас все есть для того, чтобы стать еще и мобильными девелоперами. Осталось только запустить Flutter Run Android. И сейчас я еще запущу одну. Просто пока она шарашит, я вам расскажу про Flutter. Так. Брики превращаются. Ну все, пускай. В общем, что такое Flutter с точки зрения разработчика? У нас тут есть, по сути, все то же самое. У нас тут есть pubspec.yaml, в котором, конечно, больше всякого барахла, но тем не менее. Тут есть SDK, есть dependencies миллион. Ну вот есть тот же самый path на models, который мы переиспользуем. Ну и также всякие купертины и прочее. Вообще, в целом, что такое Flutter? Flutter — это фреймворк, который позволяет вам писать одновременно для iOS и Android. Он базируется на том, что у них свой рендеринг на движке Skia, который написан на C++. По сути, это Canvas. То есть у вас во всех мобильных устройствах, ну, в двух типах, используется Canvas, где рисуются эти всякие виджеты. В чем большое отличие от React Native, которые сейчас говорят, что это самое лучшее, что есть для кроссплатформенной разработки. Тем, что ну, он просто очень медленный. Потому что у него есть такая штука, как Bridge, который между JavaScript и вашим браузером, не браузером, а мобильником, оно передается сообщение. Но сообщения эти должны быть сериализованы туда-обратно. Во Flutter ничего такого нет. Он компилируется в бинарнике, и поэтому он может работать 60 FPS и там, и там. Смотрите, сейчас ни черта не работает, как вы видите. Ну, там он говорит, что та-та-та, у тебя здесь что-то не то,
здесь socket exception, все не работает правильно. Как, у меня постоянно все не работает правильно. Во-первых, потому что мне нужно перезапустить сервер. Так, но это все равно не поможет. Почему? Потому что, ну, я не мобильный разработчик, честно скажем. Я все-таки больше фронтов. Вот я здесь получаю Movies, да? Ну, беру localhost 8000, API, получаю JSON, потом его декодирую через мобили. Но оно не работает. Но оно работает на iOS, а на Android не работает. Или наоборот, неважно. Оказывается, что для того, чтобы достучаться к локальному серверу, на одном из устройств localhost не подходит. А что подходит, знаете? Ну, там надо сделать такую замечательную штуку. Значит, мы пишем, давайте попробуем покодить. Равно localhost. Да, для localhost. Если вы думаете, что это просто, нифига. И теперь нам нужно в одном, я вот не помню, правда, где. По-моему, все-таки в Android localhost работает, а в iOS нужно ставить 10.22.02 адрес локальный. Так вот, а у нас вроде как бы приложение одно. Как сделать так, чтобы оно работало? На самом деле очень просто. Мы ставим if. Да. Ставим платформу. И здесь говорим из iOS. И мы говорим, что URL равно 10.22.0.2. Типа того. Ну и здесь вместо этого пишем, вместо localhost пишем URL. Так, сейчас вам нужно работать. В чем прикол Flutter в том числе, и это вообще-то киллер фича, в том, что он позволяет вам делать hot reload. То есть, если я сейчас сделаю вот здесь вот так, ну и сейчас hot restart, потому что у меня перезапрашиваются данные только при запуске приложения. Так, брюки превращаются. Угу. А, я, кстати, знаю, в чем дело, я перепутал. Здесь надо вот так вот сделать. Из Android. Вроде как. Так. Все. Теперь вы официально еще и мобильные разработчики. Ну, так. Сейчас. Android. Ну ладно, вы не мобильный разработчик, а разработчик только iOS. Сорян. А что-то ему, видимо, не понравилось. В общем, еще немножко про Flutter. В чем соль Flutter? Все, есть виджет. Есть такая штука, как stateless виджет. Есть два типа виджетов. Stateless и stateful. Собственно, отличаются они ровно одним. Что в одном случае у вас есть какие-то данные, а в другом случае их нет. Ну, имеется в виду состояние. Ну, в данном случае у меня все stateless виджет, потому что оно не сохраняет никаких состояний. Ну ладно, про Flutter, да, про Flutter я вам подробно не расскажу, потому что надо отдельный доклад делать, и, в принципе, почему бы его не сделать, но не сейчас. Да. Что сказать про Flutter? Это то, что вы можете на нем писать, вообще не являясь ни мобильными, ни какими разработчиками, просто на Dart'е. Да, ну, как вы уже видели, Dart достаточно простая штука. И в основном вся соль — это в тулинге. Потому что, если честно, как я понимаю, на мобильных устройствах самое сложное — это тупо в стору залить. Потому что я пытался свое приложение, у меня есть приложение двух этих в Play и в Apple. Так вот, чтобы туда попасть, ты можешь приложение написать за 5 минут, а попадать туда будешь 2 недели. И вот это, наверное, самое сложное. Так. Ну и, собственно, все. Мы с вами теперь фулстек-разработчики, и давайте вернемся к презентации. Вот это все можно найти, вот эти все штуки, вот по этому адресу. Star Wars Movies на моем гитхабе. Я вас запущу куда-нибудь ссылку. Какая ниша в Dart'е сейчас? Собственно, ниша такая, что вы можете использовать его на сервере, вы можете использовать его в вебе, на мобильных устройствах. Где еще, не знаю, например, сейчас запустили Flutter на десктопе. На Windows, на iOS и так далее, на macOS.
Сейчас есть только один язык, на котором вы можете сделать такую же мультиплатформенную разработку. Это JavaScript. Уважаю Kotlin, очень молодцы ребята, но их, например, работа в мире веба просто такой. Не дотягивает. Да. Dart, конечно, не идеальный язык для вообще всего. Есть в каждой платформе можно найти что-то куда более лучшее, да, там Kotlin тот же, в мире веба, JavaScript, наверное, или TypeScript, как хотите, что используется на сервере, тем более Dart на сервере, ну, не совсем, так сказать, самый быстрый, самый продуктивный, или у него больше всего фреймворк, но в среднем вы можете использовать Dart вообще везде, и вот это его ниша. Ну и по поводу комьюнити. Конечно, кто-то считает, что Dart это такой маленький, бесполезный, глупый робот, но мы его любим. Очень. Поэтому присоединяйтесь к нашему комьюнити. Собственно, конец. К нашему комьюнити и через неделю почти, вернее меньше, в эту субботу, вы можете зайти вот на такую вещь. Мы сделали бомбический сайт, мы сделали конференцию по Dart. Тут неправда, не 250, а уже почти 500 разработчиков. Бесплатная конференция абсолютно. И каждый год мы еще варим свое пиво дартовое. Оно, конечно, горькое, как вся разработка на Дарте, да. Но нет, на самом деле 6 видов. Там всякие разные, смотрите, какие штуки есть. У нас будет 13 докладчиков, и они все не из рака, и у нас есть вот такие крутящиеся штуки. Я считаю, что это самое главное, что можно делать на Дарте. Поэтому спасибо большое, ребята. Было приятно с вами. У нас еще, наверное, полно времени для вопросов. Да, у нас есть время для вопросов, поэтому давайте заряжайте. Да, маленький дисклеймер. Сейчас вот то, что увидели, это ну реально Hello World. Потому что описать отдельно веб, описать отдельно бэкэнд за 50 минут нереально, поэтому... То есть мы вы, да, сеньор фулстек Hello World разработчик. Спасибо за доклад, было очень интересно. У меня вопрос про три шейка дартовый. Есть какой-то аналог рефлексии в дарте наверняка? Да, есть мирроры, так называемые, но они... Соответственно, что будет с трешейкером этим, если я что-то получаю? Они Google крайне не рекомендует использовать мирроры, и более того, по Flutter их нету. Потому что в целом рефлексия это имха, это галимая. Если ты используешь рефлексию, ты делаешь что-то не так. Это, скорее всего, кто-то другой что-то сделал не так, и вынуждает меня. Ну, короче, рефлексии есть. Рефлексия ломает трешейкинг, естественно, потому что компилятор, ну, он просто не может знать, что ты там что-то где-то заиспользовал. Ну, если мы ему где-то об этом сообщим. Ну, до какой-то степени он может. Это, там, если ты используешь mirror, вот они так называются, там можно обозначить, что ты сделал. Но такое. Например, в мире веба, где мы считаем килобайт. Да. Сейчас не могу сказать. Так вот, в мире веба рефлексию крайне не рекомендуют использовать, потому что она увеличивает код-базу, ну, код-сайз, который идет на клиента, просто в разы. Нет, не надо. Благодарю. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Хотел спросить, а как у вас дебаг происходит? В чем? На вебе, бэкэнде или где? Ну, веб и мобилки. Ну, начну с веба. В вебе, ну, я могу, например, где мне там. Если я сейчас открою, где мне там Sunsys. Ну, лучше, кстати, вот здесь, где у меня есть данные. Так. Сейчас я покажу. Не надо мне письмо. Сейчас, подождите. Так. Инспект. Вот у меня есть Sources. Вы, конечно, ни черта не видите. Типа вот. Есть. Где у меня там? Вот веб. Вот есть, например, Movie Service. Сделаем больше.
Короче, вот здесь я могу поставить точку основного SourceMap'ом. SourceMap'ы на вебе, ну, как, собственно, и там в каком-нибудь TypeScript'е и так далее. А во Flutter'е отладка происходит через... Можно через Android Studio отладку делать, запускать. Нет, у меня... Ну, короче, можно. Отладка во Flutter вообще шикарно. Она не такая, конечно, крутая, как в Android, как, ну, как говорят на такие Android. Но, тем не менее, все это без проблем отлаживается и видится. Спасибо. Сорян, я просто туплю. У нас до этого была большая конференция вот, там, с гражданином, следующим докладчиком. И но там еще были люди. Ты... Спать по 3 часа в день – это такое себе. Спасибо за доклад. Скажите, а во Flutter можно как-то использовать нативные контролы, Android, iOS, нативный код? Контролы нет, нельзя. А вообще нативный код интегрируется? Контролы. Нативный код интегрируется, есть платформа ченнелы, так называемые. Что это такое? Это, ну, мы, по сути, как бы объяснить, ну, мы делаем некий прокси к нативным библиотекам, ну, нативным вызовам. И тем самым мы можем их использовать. Сейчас уже есть, сейчас я попробую найти. Сейчас. Platform Channel. Так, где тут это Medium, где тут был... Сейчас. Вот, есть такая штука, как PUB. Ну, это, по сути, пакетный сайт с пакетами для адапта. И вот тут, если мы поставим Flutter, тут есть у нас, например, Bluetooth. Flutter, ну, собственно, Flutter Blue. Ну, короче, для всего, чего нужно, камера, Bluetooth, вот это все там уже есть. Какие-то специфические штуки прям дикие, вам придется свой... этот channel писать. Он не очень сложный, ну, там просто его нужно поотлаживать, и он может быть специфик для устройства, но это редкий кейс. Ну, это как React Native получается, примерно то же самое. Ну, по сути, так. Единственное, что там нету вот этого сериализации, десерилизации, JSON обратно, поэтому это быстрее. Спасибо за доклад. У меня вопросик был вот по ходу доклада, там было про коллекции, что нужно было дописать тулист, и из-за этого не работало, хотел уточнить, что там было. Идея в том, что коллекции в Dart'е, они ленивые. То есть пока я... Хотя бы как секвенсер корня. Ну, по сути, вот у меня есть, например, где у меня там? Сейчас, это у меня было вот здесь. Вот здесь, вот что. Да, я написал. Вот у меня есть здесь коллекция Good Moves. Вот здесь вот where этот, если я здесь написал бы какой-нибудь там any, smart, ну вот зачейнил их все там, миллион, там, first взял, оно не будет исполняться, пока я не скажу to list. То есть оно будет у вас в виде некого iterable, если кто-то там из .NET, например, то вот link то же самое, по сути. Оно у вас будет сидеть, оно у вас не будет исполнено, пока вы не сделаете тулист. И это очень удобно, потому что если у вас, например, много работы с коллекциями, всякие разные, где у вас нужно профильтровать, что-то достать, то оно будет только один раз исполнено. И это очень круто. Ну, и это уже да, из коробки. Еще вопрос есть? Чем был обусловлен выбор Flutter? Вы пытаетесь с чего-то уйти? В смысле, вот сейчас докладе? Я пытаюсь отойти от своей жизни. Да не, я понял. У нас сейчас есть два мобильных приложения компании. Больших развесистых, очень прям. У нас, по-моему, две iOS-команды по 10 человек. Одна Android, но они, видимо, лучше работают. И будут уволить. Да, и, ну, кстати, это под записи, блин. Приложение. И приложение действительно огромное. Ну, просто и сам Райк, как функционала очень много. У нас не просто таски двигать, а там всякие гантчарты, всякие таблицы и всякое такое. Вот.
И сейчас мы с Флаттером экспериментируем, потому что понятно, что мы не можем вот так вот взять и мгновенно перейти на какую-то новую технологию. Но вообще идея того, что ты можешь реюзать код, во-первых, в двух платформах, во-вторых, еще и с веба, а у нас, ну, как я уже говорил, веба дофига, она выглядит достаточно привлекательной для бизнеса. То есть если это заведется, а во Flutter есть возможность делать не все приложение, например, вот у меня есть приложение под iOS на Swift, можно какой-то экран просто переделать и встроить это. И мы вот потихоньку это все экспериментируем. Ну, не прямо так, чтобы мы говорим, все, Flutter это супер штука, мы ее везде вставляем. Пока смотрим, потому что, ну, это все-таки бизнес, продакшн. И плюс Flutter пока еще не в релизе. Есть инсайт, что он будет скоро в релизе. Когда не могу сказать, но очень скоро. Прямо вот, вот уже. Спасибо за доклад. Вопрос, на самом деле, похож был. Я хотел узнать, как вы используете Flutter у себя, но вы раскрыли уже. Но тогда хочу спросить, кто у вас пишет код на Flutter в данный момент? Ну, получается, из кого вы сделали Flutter-разработчика? Про хрустово ложе вот так взяли, немножко ручки отрезали, получился Flutter-разработчик. По нашему опыту, естественно, Dart-разработчиков не найти, ну их просто нет. Хотя это не совсем уже так, потому что вот у нас в сообществе, вот в Телеграме, что-то 650 человек уже, и там уже проскакивают люди, что ищут. Идея Dart-а такова, что любой, кто пишет на C-подобных языках, у нас приходят ребята из C-Sharp, из Java, из C++, даже у меня в команде был человек. Синтаксис очень похож. Абстракция над платформой, ну, неважно, веб или мобильный, есть. То есть, когда я пишу на Flutter, я не думаю про всякие там Activity, View, вот вся вот эта вот требуха. Ну, банально, вот у меня есть Flutter, да? Здесь все красивенько, есть функция main, есть там, не знаю, какие-нибудь виджеты. Но как только я иду вот сюда, в Android, и тут есть какой-то вот этот вот, вот эта дичь, всякие Gradle какие-то, и у меня просто... Так вот, вот идея в том, что для того, чтобы писать на Flutter или, например, на Dart для веб, мне не нужно это ничего знать. Ну, есть, конечно, специфика какая-то, но она от меня скрыта, я могу просто делать виджеты и все. Я не знаю, ответ, не ответ. Ну, я хотел вообще конкретно узнать, кто у вас работает над вот экспериментальным. Прямо по именам? Не знаю, из каких областей. А, ну из областей, ну вот веб-разработчики. Я конкретно написал там приложение, которое 4 дня написал для достаточно развесистой, для внутренней конференции, куча экранов и. Ну, вот, по крайней мере, фишка Flutter, как, например, у меня есть небольшая компания, мне нужно приложение, но там 3-4 экрана мне много не надо, и мне не нужно нанимать Android-разработчика, iOS-разработчика, и двух еще дизайнеров, и двух тестировщиков, чтобы это все сделать. По-моему, это круто. Это еще вопрос. Привет. Спасибо за доклад. Так, сейчас появился еще один вопрос, ты сказал, не нужно нанимать дизайнера, что на Dart можно дизайнить? Ну, дизайнер имел в виду отдельного, потому что ну, под Flutter можно либо использовать ну, что-то кастомное, да, свои виджеты, и они будут одинаковые под мобильным, под iOS, под Android. Это первый выход. Второй выход — это делать некие фабрики, чтобы, например, кнопки там разные возвращались, да, потому что вот есть вот if, с переключением платформы, но его можно красивее обернуть не в такую дичь, а чтобы оно как бы тебе само отдавало. И третье, например, материал. Можно использовать материал везде и в моей истории. Так, окей. Следующий вопрос. Вот ты сказал, что во Flutter тебе не нужно знать там про Gradle, про вообще аспекты платформы. И, ну, такой, наверное, немножко риторический вопрос, а стоит ли хотеть, там, например, сделать мобильное приложение, если ты не хочешь, чтобы там быть мобильным разработчиком? Ну, например, я
себе с утра готовлю завтрак, но поваром не хочу быть, я просто хочу поесть. И вот так же с мобильным приложением, я хочу... Ну, с точки зрения бизнеса, то есть тебе нужен результат. Мне нужен, конечно. Иначе это, простите... Ну, значит, ты, так... по сути, значит, что ты не хочешь быть мобильным разработчиком. Ну, как сказать, да нормально быть мобильным разработчиком, но просто у меня времени нет, чтобы быть мобильным разработчиком. Окей. Я хочу получить результат, а не быть мобильным разработчиком. Это еще смешнее. Окей. Окей, так. Третий вопрос был... Ну, это, может быть, ты уже ответил, но, короче, учитывая то, что сейчас... уже, по сути, для каждой платформы уже написано столько много гайдов, столько туториалов, и вообще, мне кажется, что гораздо надежнее просто потратить чуть немного больше времени, изучить конкретно более надежные технологии под каждую платформу, чем не очень надежные технологии под все платформы. Ну, просто потому что, если сложить все плюсы и минусы, то комьюнити у каждой надежная платформа гораздо лучше, больше, и вопросы все решены гораздо лучше. Сейчас. И стать, наконец, мобильным разработчиком. Вот, одновременно full stack разработчик. Кто мобильный разработчик? А кто вот сеньор мобильный разработчик? Ну, у вас там, типа, kind of. Сколько лет вы разрабатываете? 4, 5, там, что-то такое. Я, простите, я не готов инвестировать 4-5 лет, чтобы, ну или там 3 года, чтобы разбираться прям в тонкостях. Так, я к тому, что, ну, если бы ты начал разрабатывать, например, ты начал, ну, вошел бы в мобильную разработку 7 лет назад, когда все только начиналось, понятное дело, что комьюнити гораздо меньше, тойлов меньше и всего остального. А сейчас как бы... Короче, давайте, давай я отвечу, потому что там Илья уже дышит ноздрями и хочет выйти на сцену. Короче, Flutter — это не серебряная пуля. Если у вас уже есть опыт в мобильной разработке, и вы там сеньор Android-разработчик или сеньор iOS-разработчик, то, наверное, он вам не нужен. Вы можете все сделать и так. Ну, сделать, наверное, лучше, чем на Flutter. Это все равно, что вы, например, не знаю, разбираетесь в машинах. Да, и вы можете себе все сами починить, все сами сделать, прямо до самых потрохов. Да, вам Flutter тогда нафиг не сдался. Но если вам нужно решить проблему и просто сделать продукт, и при этом у вас есть потребность сделать это под две платформы, то почему нет? Мы можем потом пообщаться. Да, давайте продолжим дальнейшее общение уже в кулуарах. Поблагодарим Женю за классный доклад. Спасибо большое.